Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Так, ну что, давай-ка мы заглянем с тобой в тренировочный лагерь и заберем нашу команду. И опять же ее поставим обратно тренироваться. Так, секунду, не это. Она. Так, ну что, эти тренируются. У нас на ежедневных испытаниях, друзья мои, разыгрывается рыцарь-маг. Он нам не нужен, потому что он у нас прокачанный. Так, здесь мы получаем с тобой пилон, 15 карточек. И вот такая дребудень. Ну что, быстренько пробежимся с тобой по этой, как она называется? По этой, ты понял. По матчу быстро. Вот давай вот этот возьмем. Я сейчас хочу, знаешь, попробовать. Получится ли у нас с тобой быстро сделать, если я, например, вызову ползуна? Бомбанет он сразу или нет, как думаешь? Нет. Он не бомбанет, потому что здесь этот робот ржавый вылез. А вторая попытка. Теперь вышел Ронин. Ну а третья. Нет. Не дают, ребят. Не дают мне моим ползуном здесь сделать нужные дела. Ну и бог с ним. Мы и так с тобой выиграли. Так, ну что же. Это все завершаем, и давай-ка мы посмотрим. Давай-ка мы посмотрим, что у нас тут. Где мы остановились? Мы остановились, по-моему, на... Да, ребят, на последней локации, которую нам нужно пройти. И мы с собой занырнем в следующий телепорт. Здесь у нас, значит... Ага. Давай-ка я возьму, наверное, вот эту команду. Возьму эту команду, потому что здесь у нас есть баллиста. У нас тут есть всадник на журавле, которому по барабану. Ой-ой-ой. Ну что за фризы опять начинаются? Что опять за... А что так фризит-то, друзья мои? Блин, ты посмотри, что за беда происходит. Я тебе серьезно говорю, это прям настоящая беда, а? Давай тогда вот так еще сделаем. Мне не нравится. Мне не нравится вот этот подход, который у нас тут происходит. Так, давай еще одного всадника на журавле. Офигеть! Первый уровень для меня он какой-то проблематичный. Я просто армию вызываю неимоверную, прикинь. Даже баллисту страшно пускать, потому что там все время молотильщик у него. А баллиста, естественно, ребят, сразу же погибнет от одной пилы. Поэтому придется, наверное, вот так вот все-таки делать. Ну, еще что делать? Ладно, ребята, первая победа за нами здесь. С горем пополам, так сказать, выкрутились мы. И переходим с тобой на вторую локацию. На второй локации нас что там поджидает? Что нас поджидает на второй локации? Ага. Бот физрук, да? Который будет притягивать и оттягивать. Ну, тут можно, знаешь, как сделать? Можно, в принципе... Опять же, всадник на журавле, скорее всего, нам понадобится здесь. Я попробую вначале сделать так. Потом вызвать щитобота. И вот, да, всадник на журавле обязательно нужен, ребят. Всадник на журавле здесь нужен обязательно. Дай-ка я вызову баллисту. Ну что вытворяет, а? Ты глянь, что делает. Вот жук навозный. Он даже уже за паладина взялся. Начал его там мурыжить. Единственное, кому он ничего не может сделать, это всадник у нас журавле. Я именно вот этот, про синего бота. Бот паук его увеличать. Только дело здесь немножко в другом, ребята. Мы что-то с вами как-то на одном месте пыкаемся, мыкаемся. Да.
Тут всадники на журавле свое дело сделают. Поверь мне. Они разнесут эту хибару к чертовой бабушке. Кто-то говорил: Рэй, а почему ты играешь на первой скорости? Ребята, на каком скорости играть? На третьей? Я тогда предлагал вам играть. Вы мне что сказали? Рэй, слишком быстро играешь, сделай первую скорость. Теперь мы... Давай вторую хотя бы сделай, чтобы вам поинтереснее было. Интересно, выживет, нет? Он не выживет, ребят. Молотильщик его разнесет. Молотильщик его разнесет. Вот всадник на журавле тут уже нам приводится в помощи. Это жестко-то, а? Блин, тут еще и Джаггер присосался. Тут еще и Джиггернаут присосался, а? Его вообще сюда никто не звал. Будем честны. У меня уже там этих всадников... Ой, ну да, всадников уже рвей уже. Такой отряд позвал. Три. Будет возможность, я еще четвертый сейчас призову. Время 50 секунд осталось, друзья. 50 секунд. Кто-нибудь что-нибудь успевает разглядеть, увидеть? Я надеюсь, успеваете. Все, рухнул замок. Так, ребят, ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И у нас, какой там, третий этап, да? Значит, уже четвертый. Быстро мы шуршим. Так, здесь, ребят, хилбот. Хилбот, который будет он будет чинить, знаешь кого? Щитоботов. Ой, нифига себе, что это зазевал-то. Сегодня встал, ребята, в 6 утра. Вырубился вчера. Так. Вырубился вчера. Не досидел до конца. Так, надо нам хилбота уничтожать. Он его сейчас будет захиливать. Мы с тобой уже тут всех разобрали. Вон они идут, парочка. Сашечка с Маширочкой. Давай. Разбомби. Фига он там достает. Ты видел, докуда он достает? Вот паук. За 3 километра вытягивает. Это не дело. Так. Ну, опять, он опять до него дотянулся, а? Что ж ты будешь делать? Я не пойму. А, там хил. Вот почему они там такие живучие. Ну, этого-то уничтожьте. Все. Я даже друидку, ребят, позову на всякий случай. Хотя она тут уже и не нужна. Прекрасно. Так, ребята, двигаемся дальше. У нас последний этап. Кто здесь босс? Ой-ой-ой-ой-ой. И я не поменял отряд. Друидка против термина 9000. Ох, ребят, не знаю я. Ох, не знаю, как это тут сейчас пойдет дело-то. Баллиста не достанет до него без потерь. Ой, да что такое, раздевался я. Ой, жутко. Жутко сильно раздевался я. Ну, состояние такое, что спать не хочу. Так, как же нам тогда быть-то, а? Есть у меня одна идейка. Может быть, нам позвать друидку сюда? Вызвать. Потому что он вызовет термина 9000. Как ни крути, ребят.
Вот сейчас выйдет вот 100%. Вот, вот он, ребята. И вот сейчас начнется веселуха. Смотри, что вытворяет. Ты просто посмотри, что делает. Я надеюсь, мне ураган поможет в этом деле. Есть. Ушатали мы с тобой термина. Даже карточку на него получил, прикинь. Ну а дальше уже все будет на изи, ребят. Дальше просто-напросто разбираем. Прекрасно. Все, погнали дальше. Погнали дальше. Так, здесь у нас энергия закончилась. Я забираю сундук. Сундук робота. Охотник за сокровищами. Так, ну что у нас? Термин 9014 карточек. Здесь и тут 15. 242, ребят, портал. Значит так. Долина захватчиков у нас. Долина подданных. Долина нежити. Роботы. И нефритовая долина. То есть ни одной повторки нету, ребята. Ни одной повторки нету. Так, вот здесь какой мне отряд-то взять против тут УФО? Давай, наверное, вот это возьмем. Не хотелось бы мне под УФО, ребят, подставляться. Вы же знаете прекрасно, что это морда пришельская, она похищает всех, кого не лень. Блин, чуть-чуть не успел. Ладно, хорошо, хоть Джаггернаут, ребята, остался при нас. А то бы и Джаггер бы, наверное, похитила бы. Если что, будем использовать клетку, чтобы он не стырил тут никого у нас. Так, пришелец, ага, он уже, ребята, начал вербовать, но мы его успели вовремя подбить. Так, здесь у нас охотник за сокровищами. Я получил награду за квест. И мы двигаемся дальше, ребят. Второй этап. Здесь воблер и опять же этот с молотом. Жаба с молотом, да? Ну, пока все тихо, я, наверное, думаю... Ага, пришелец пролетает мимо. Так, вот здесь уже надо будет, ребята, нам делать, наверное, вот так вот. Блин, воблер ползет. Похитил, что ли, успел? Блин, он успел, да, все-таки? Все-таки успел похитить, а? Прекрасно. Блин, все равно он успел, ребята. Он успел этот пришелец стырить. То есть он как бы стырил, но мы его не, мы были, убили быстро пришельца, и он почему-то не вернул. Он, наверное, ребята, возвращается только в том случае, когда начинает вербовать. Вот он начинает его под себя подстраивать. Ну, да, чтобы... И если мы его в этот момент убиваем, только тогда мы с тобой можем вернуть своего юнита, потерявшегося. При других раскладах не получается нифига. Вот что я заметил. Ну, ладно. Ой, зевота, зевота. Заторможенный такой. Далеко не улетел, да, паршивец? Давай, давай, родные мои. Есть.
Прилетели, столько появился, мы сразу же с тобой уничтожили базу. Все. Без каких-либо проблем. Так, ну что же, у нас тут... Давай добьем этот отряд, я думаю, да? Ничего страшного в этом не будет. Я думаю, что в этом ничего страшного не будет, друзья мои. Добьем этот отрядик. Меня интересует сейчас другое. Где моя открывашка, а? Где моя открывашечка? Блин, воблер лезет. Так, и пришелец, ребят. И пришелец туда же. Красиво. Красиво мы столкнулись. Не, воблер не успел даже что сделать. А что это? А почему он-то пролетел просто так мимо? Почему пришелец, ребята, прилетел, даже никого не схватил? Я что-то не понял. Он промахнулся, что ли? Не получилось стырить? Странно. Так, ну что, друзья мои, у нас босс тут. Ёпрсте. Это да, это у нас... Как его там звать-то? Ёпрсте, я забыл даже, как его звать, ребят. Как это звать, босса-то? Призыватель песчаных бурь или как? Ой, вот это ненавижу, ребят. Вот это самое. Смотри, как четенько получилось у нас. Прям великолепно. Жалко Ронина, конечно, он погиб сейчас. А ты знаешь, не погиб. Он погиб бы. Давай. Наполовину, да, почти, ребят. ХП, блин. Ронин — это какая-то имбовая штука, ребят. Просто имбище. Я, знаете, вот что думаю, ребята, может быть, вы напишите мне в комментариях потом. Может быть, нам, знаешь, как вот сделать стрим не по одной игре. Ну, например, играем с тобой в Черепашки-ниндзя, да? А, например, сделать стрим вот на этом, на нашем первом канале. Как бы тебе это объяснить? Вот, например, Tower Conquest. Потом сыграть, например, Strike Force. Потом еще... 3 или 4 игрушечки. Там зомби кетчер поиграть. Как ты на это смотришь? Напиши в комментах. И, кстати, хотел еще спросить, друзья мои, у вас починили растения против зомби-героя или нет? У меня не работает до сих пор. Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Буду очень признателен. Так, а тут-то что нам делать? Ну, давай, наверное, так. И Ронина еще. Блин. Паладин — это плохо. О, он еще и этого призвал. Нормально так получилось, да? Я бы даже сказал, великолепно. Запинали. Просто запинали. Этот не такой слабак. Я думал, что он... Но нет. Выдержал, постоял. Самое что удивительное. Так. Ну что же, тогда двигаемся дальше, друзья. Так. Причем карта такая, да? Мы на ледяной такой тропинке стоим. Да. Ёпрсте. Так, тут надо вот эту девочку срочно вызывать. Эта девочка только нам поможет. Не надо хилять. Хилять не надо, говорю вам. Ронин, ну, такой бежит, и не повезло, его подбило. Подбил этот феникс. Так, ну, а
Так, в принципе, идем очень даже неплохо, друзья мои. Очень даже неплохо идем. Выступаем здесь. Так, слушай, а почему я взял этот отряд? Почему я до сих пор им играю? Почему я его трачу на каких-то первоначальных уровнях? Этот отряд вообще предназначен для топ-имбы, а я его прочь... Я только сейчас на это обратил внимание, прикинь. Нормально чувак запинал его. Тюнь-тюнь. Не, он, конечно, берет, ребята, тем, что он может оттолкнуть и оглушить этот репульсор. Это да. А в остальном он такой ватненький, я бы сказал бы. Да, я думаю, что все. Песенка спета, ваша, сударь. Готов. Размазали. Так, что у нас там? Мне надо отряд, ребят, сменить. Это не дело. Предпоследний. Предпоследний. И у нас... Вот. Блин. Ну это такой отряд, я тебе скажу. Блин, я даже не знаю. БФГшки это все хорошо, но... Паладин ушатает моего, да, голема в 3 секунды. Ладно, мы сейчас кое-что другое сделаем. Вон, смотри, он тоже, он взял... Ладно. Мы с тобой тоже тогда возьмем перекачку энергии. Плюс я возьму молотильщика и плюс еще корни выпущу. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. Что-то как-то не все очень хорошо, ребят, пошло. Давай-давай-давай-давай, пинаем. Есть. Нормально. Так. У нас тут последний этап. Последний этап. И босс тут будет у нас епископ. Ну что ж, давай попробуем. Босс. Дед, естественно, намного сильнее, чем этот епископ. Но... Но. Есть одно маленькое но, ребята. Так, давай, где у меня там этот? О-о-о-о, ускоряется, видел? Ускоряется, блин. Он не даст мне спокойно здесь. Он не даст мне спокойно, друзья мои, здесь жить. Смотри, 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 что делает. Есть. Да ты спи... Он, спи... Он специально, гад, полетел, чтобы двух сразу уничтожить. Кто тут тырок, а? Ты посмотри, что вытворяет. Эй, друзья мои. Вышел гнидаш. Мне нужно деда срочно. Иначе хана тут будет всем. Дед, пошел. А под деда, друзья мои, надо еще... А под деда надо еще ставить вот этого мужичка, друзья. Однозначно. И корни. Так. У нас 35 секунд, друзья мои, на все про все. 29 секунд. Неужели не сможем?
Неужели не успеем, а? Десять секунд, друзья мои. Восемь. Есть. Чух. Повезло. На последних секундах, ребят, мы все-таки его ушатали. Так, ну что ж, двигаемся. А, сундук заберем. И двигаемся дальше. Ничего интересного нам не дали. Территория нежити, кто встречает? Зомби, зомби, ребята. Ну, против того, я не знаю, наверное, здесь вызываю в первую очередь вот этого парня. Потом молотильщика. Но опять же, вот этого нельзя, ребят, позволять, чтобы он шел. Нельзя позволять, чтобы он взрывался рядом с нашей базой. Рядом даже, чтобы. Значит, это будет хана. Ну, нормально? Нормально. Так, выпустим корни. Две БФГшки. Ну, они нормально тут наяривают. Единственное, что нам нужен еще один... Ау, квест алчность завершен. Ну, есть. Пробили. Пришло, как говорится, пробитие. Так, соберем бонусы и двинемся с тобой дальше. Второй, ребята, этап. Я, наверное, команду нет смысла менять. Так и оставим. Так и оставим. Да иди ты. Когтистый. Ой-ой-ой. Друзья, это плохо. И всю команду положил. Нет, кроме БФГшки. Ей очень сильно повезло. Твареныш, а. Ну! Я вызываю корни. А корни, по ходу дела... Да, корни не наносят вреда замку. Они наносят урон только нежити. Ну, то есть врагам. И все. Так, третий этап. Банши. Банши с своими криками сейчас начнет тут. Ладно, ничего страшного, должны одолеть. Так, побежал, побежал. Голем, естественно, ребят. Вон она вышла. Чеканута это. Крикунья сейчас начнет орать. Вот. Я не удивлен этому. Вот он и банши. Орет как потерпевшая. Это обидно. Когда сразу в двоих ложат просто, ребят. Давай, молотильщик, наяривай там. Ну, есть. Все, ребят. Здесь тоже великолепно у нас получилось. Так, у нас энергии здесь нету. На этом отряде кончилась энергия. Но это ничего страшного. У нас где-то должна быть энергия, ребят. Че, всего одна энергия на этом отряде и все, что ли? Да быть такого не может. Квест тактик завершен.
Ой-ой-ой-ой-ой, прыгун, ребят, прыгун. Вот и все. Дохайкался. Карточку только отдай. Обидно. Опа. Прикинь, успели, вовремя успели. Ребята, так бы было бы хана бы. От прыгуна был бы как крантец сейчас бы. Фух. Слушай, замечательно прошло все. Прям вот крутенько. Заберем твою награду здесь. Последний этап. Ага. Ой, ребят, не знаю. Не знаю, на последнем этапе таким отрядом это будет сложно, мне кажется. Ну, банши-то я же... Блин, если бы тут была только банши. Мне надо вызывать срочно жреца, ребят. Это что сейчас такой за звук был? У него тоже, ребята, жнец. Эй, жнеца поймали в клетку, ребята, и уничтожили. Нормально? Я считаю, что это было круто. Это было, ребят, действительно круто. Мы жнеца, вражеского жнеца поймали в клетку. И все. Он там отдуплился. Так, ребят, территория роботов у нас. Есть вот здесь энергия у нас. Поехали. Территория роботов. Значит, сейчас щитобот на щитобот пойдет, да, я так понимаю. Ну, я, наверное, паладина лучше возьму. Возьмем паладина. Ой, джиггернаут, плохо. Ну, давай, блин, быстрее мне этого баллисту. Так, этого разнесли. Блин, смотри как, посмотри, как долго мы его разбираем, а? Я тебе про этого говорю. Кто там у нас щит потерял? Мой щитобот? Бедолашка. Фига он крепкий, ты посмотри. Да, Джаггер. А этот чувачок, он еще, ребята, рукастый. Он уничтожает мои руны, не получая урон, прикинь. Вот так вот. Что-то какие-то звуки такие, как будто, я не знаю, там торнадо пролетело, хотя я вызвал, это просто ледик. Легкий ледяной этот ураганчик. Так, ребятушки, блин, ну это не то. Все, к сожалению, ребят, больше энергии нету. Ну что же, мы тогда будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.